Филиал ПАО «Росгидро» Чебоксарская ГЭС в очередной раз предупреждает об опасности рыбной ловли со льда в Нижнем Ефе поблизости от гидроузла. Лед вблизи станции ломается, так как в течение дня уровень воды ниже ГЭС меняется. Амплитуда достигает 2 метров. Связано это с особенностями работы гидростанции в пиковом режиме. Из-за изменений уровня воды находиться на льду рядом с гидростанцией крайне опасно. Так, зимний период 2015-2016 года спасатели МЧС неоднократно снимали рыбаков с оторвавшихся льдин в запретной 4-километровой зоне ниже Чебоксарской ГЭС. С начала 2016 года в охранной зоне Чебоксарской ГЭС было задержано 134 нарушителя. Их выявили в ходе рейдов Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте и службы охраны гидростанции. Нарушителей оштрафовали на общую сумму более 378 тысяч рублей. 10 декабря этого года во время патрулирования территории массового выхода людей на лед неподалеку от Чебоксарской ГЭС сотрудники МЧС насчитали более 400 рыбаков. Спасатели также отмечают, что ледовое покрытие здесь неоднородно. Его толщина от 7 до 19 сантиметров. Рыболовы создают угрозу собственной жизни и здоровью, так как лед вблизи гидростанции в любой момент может сломаться. Об этом филиал ПАО «Росгидро» Чебоксарская ГЭС в очередной раз предупреждает всех любителей зимней рыбалки.